Приветствую вас, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. И я развиваю несколько направлений. Еще в копилочку добавляем один проект. Проект называется «Свой дом». И вход в него составляет всего $5. Переходим по моей ссылочке, проходим регистрацию, смотрим, кто куратор, Ира бизнес-куратор ваш. Заполняем фамилию, имя, отчество, телефон. Фамилию, имя, отчество заполняете, свои реальные данные. Телефон, пароль придумываете, повторяете email, пишите страну и Skype. Ну, соответственно, я подтверждаю свое соглашение. И вас потом авторизовываетесь, вас перекидывает в ваш кабинет. Перекинула в ваш кабинет, вы можете на главной сайте посмотреть маркетинг. И сейчас мы будем пополнять личный счет на $5. Нажимаем «Мои счета». И жмем пополнение счета. Пишем здесь 5. Нажимаем пополнить. Если у нас нет в Perfect Money, значит идем в Best Change, в обменник. Здесь пишем номер своего кошелька. И сумму пишем 5 USD и номер кошелька. При завершении платежа надо обязательно нажать кнопку «Продолжить». Это обязательное условие для моментального зачисления средств на баланс. Если вы забыли нажать, средства ушли, но не были зачислены, обращайтесь к нам в чат. Вот кликабельная кнопочка. Вот вам мониторинг, обменник. Так, нажимаем «Пополнить». Кстати, через Pair тоже можете пополнить. Вводим число, ID, число с картинки. Сумма $5 была зачислена на ваш счет. Нажимаем «Свой дом» вот с левой стороны. И нажимаем «Войти в свой дом 1». Вы подтверждаете вход в свой дом 1. Нажимаем «Да». Все, денежка $5 у вас списывается с баланса. И они идут вашему наставнику. В личных данных вы можете установить еще финансовый пароль для вывода. Это ваша безопасность. Посмотреть здесь имя наставника, вот спонсора своего. Ну и свои фамилия, имя, вот вы можете также отредактировать email, почту свою, Skype. Нажав на рекламные промо-материалы, вот здесь промо-тексты есть, презентации, вопросы-ответы, видео и баннеры. Ну, вот как выглядит баннер. Давайте посмотрим другой баннер. Все, друзья, я с вами прощаюсь. До следующих видео. Ссылочку на регистрацию найдете под видео. Всем пока.